Всем привет, меня зовут Нина, это рубрика Art Life Box, подборка самых лучших продуктов для вашего здоровья и красоты. Уж небо осенью дышало. Вот так, друзья, как всегда, неожиданно для нас наступила осень. Но знаете, лично я очень люблю это время года. Осень для меня — это творчество, яркость, возможность экспериментировать, пробовать что-то новое. Но при всех этих плюсах осень — это испытание на прочность для нашего с вами иммунитета. Сегодня я расскажу вам, как проводить профилактику, чтобы никакие простудные заболевания не помешали вашим планам по покорению мира. Наш иммунитет – это надежный щит, который способен оградить организм от вирусов и бактерий. Подобно тому, как металлодетектор сканирует пассажиров в аэропорту, наша иммунная система способна вычислять таких непрошенных гостей и уничтожать их. Если все-таки вирус проник в организм, то не всякий иммунитет с такой задачей справится, поэтому мы с вами должны его укреплять. Супер Шилд Актив от Art Life отлично подойдет для комплексной терапии и профилактики заболеваний иммунной системы. Уникальное сочетание природных компонентов, лизатов полезной бактерии и молозива делает этот комплекс максимально эффективным. Расскажу о компонентах подробнее. Лизаты бифидобактерий и пропионово-кислых бактерий – это продукты биотехнологического направления компании. Они увеличивают выработку противовоспалительных цитокинов, тем самым уменьшая проявление воспалительных реакций, укрепляют иммунитет и способствуют повышению защитных сил организма. Бета-глюкан – вещество полисахарид, получаемое из грибов, играет такую же важную роль в иммунологии, как пенициллин в мире антибиотиков. Он выполняет важную функцию, активирует иммунные клетки. Коровье молозиво содержит иммуноглобулины А и G, которые нейтрализуют до 99% возбудителей инфекций и токсинов. Растительные экстракты – эхиноцея, олива, астрагал, имбирь и другие – комплексно работают на повышение активности клеток иммунной системы. Слизистое горло и верхние дыхательные пути – это первый барьер при столкновении с инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем. Очень важно поддерживать иммунную устойчивость слизистых, чтобы предотвратить респираторные заболевания. Спрей для горла и полости рта «Иммулис Актив» – суперсредство, которое вам в этом поможет. Это иммуностимулятор местного действия с лизатами пробиотических бактерий, лизоцимом и фитоэкстрактами. Ну а теперь обо всем по порядку. Лизаты пробиотических бактерий. Нормализуя микробиом верхних дыхательных путей, они способствуют уменьшению частоты и длительности простудных заболеваний, ускоряют выздоровление, уменьшают воспалительные и аллергические проявления. Лизоцим – антибактериальный фермент, разрушающий стенки бактерий. Экстракты ромашки, эвкалипта, зверобоя, бадана, тысячелистника и эфирное масло мяты оказывают бактерицидное, антимикробное действие, а также усиливают положительные эффекты лизоцима и пробиотических лизатов. Благодаря удобному распылителю пользоваться спреем просто. Одним-двумя нажатиями орошайте полость рта 2-3 раза в сутки. Также, что очень удобно, это мобильный формат спрея. Просто положите его в карман или сумочку, и он всегда будет под рукой в случае необходимости. Для многих из вас, думаю, не секрет, насколько тесная взаимосвязь между микрофлорой кишечника и иммунитетом. Ну а если вы не в курсе, с удовольствием разложу все по полочкам. Дело в том, что микрофлора желудочно-кишечного тракта – важнейшая часть иммунной системы. Там находится около 80% иммунных клеток организма. Но эта система и самая уязвимая, потому что постоянно контактирует с внешней средой через пищу, что открывает путь болезнетворным бактериям и вирусам. Поэтому наше здоровье, особенно в сезон простуд, напрямую зависит от того, в порядке ли ваш желудочно-кишечный тракт.
поможет восстановить нормальную микрофлору кишечника и улучшить состояние желудочно-кишечного тракта. Метабиотик нового поколения «Мультилис». Это растворимый ферментированный напиток с содержанием ценных биологически активных веществ. Кроме лизатов, пробиотических бактерий, о которых мы говорили ранее, «Мультилис» содержит ферментированное тыквенное пюре, пребиотические компоненты, камбучу. Немного расскажу о каждом. Итак, ферментированное тыквенное пюре. Что же в нем особенного? Кроме того, что сама тыква – кладезь полезных веществ, за счет процесса ферментации мы умножаем ее полезные свойства во много раз. Так как ферментированный продукт гораздо питательнее и ценнее по своим свойствам первоначального, благодаря совместной работе лакта и бифидобактерий происходит обогащение пищи белками и аминокислотами. Пребиотические компоненты, среди них лактулоза, формируют благоприятную условия для деятельности кишечника и способствуют росту пробиотических бактерий. Ну и последний ингредиент – камбуча, он же чайный гриб, легко усвояемый концентрат природных витаминов, органических кислот, полисахаридов, он улучшает аппетит и выводит токсины, также повышает общий тонус. Мультилис подходит как для взрослых, так и для детей с 3 лет. Ну что ж, а самую вкусную поддержку нашего иммунитета я оставила на десерт. Это кисели ArtLife. Они созданы на натуральной основе из сока ягод и фруктов. Сегодня у меня один из моих любимых вкусов осени – брусника и клюква. Кроме невероятного аромата и насыщенного вкуса, такой напиток обогащен витаминами, микроэлементами и экстрактами лекарственных растений. Для того, чтобы сохранить все эти полезные вещества в составе киселей, компания ArtLife производит их при низкой температуре гранулирования. Особая консистенция киселей помогает нормализовать и корректировать работу органов желудочно-кишечного тракта. А как мы уже знаем, здоровый кишечник – еще один шаг к крепкому иммунитету. Кисели ArtLife очень просты в приготовлении. Достаточно растворить 3-4 ложки гранулята в стакане горячей воды – и все. Ваш напиток готов. Среди многообразия киселей ArtLife каждый член вашей семьи точно найдет свой любимый вкус. Кстати, кисели могут пить дети с 3 лет. Берите на заметку – отличный способ зарядиться энергией в холодную осеннюю погоду. На сегодня это все. Рада была поделиться полезной информацией, которая поможет укрепить ваш иммунитет. Подписывайтесь на канал ArtLife Media, там еще больше полезной информации. Пока-пока!